Ευρώπουλο. Разверни, разверни, Лёхи. До этого было нарушение, здесь согласен. До этого было нарушение. Далее, далее, укосно. Игрока на не сайт. Только легче. Thank you.
Даня, Даня! Серег, Серег, ближе, ближе, подойди. Занято, не скидывай. Хотел пробить. Ну да, он все достроился. Я опять ничего не знаю, достроился. Задачу выполнил. Скажите ему, что у него нападающий перестал бежать. Ваня, есть налик 200 рублей, тебе на карту переведи? Ну, в принципе, да. Все, бля, волна. Ну, я у Жеки Митрофанова сейчас спущусь после игры, у Жеки Митрофанова возьму. Давай, вас больше, 4 в 3. Грай, грай! Иди, иди, иди! Почему не кладешь? Немножко поспокойнее, у вас 4 в 3 атака была. Раскатайте и все. Дождитесь, пока Саня вас... Хорошо. Катайте перед защитой. Попроще, бля, ребят, защита! Ладно, хорошо. Дай ему Давай, Жень!
Самый хуёвый вариант из всех. Тут надо было Лёхе отдавать, всё, максимально. Да, лево, лево! Нормально, пошёл, Влад, нормально. Давай, вот он. Хорош! Давай! Здорово! В Интер Милан красный это был, я так не смотрел. Там сначала чуть Рафи не нарисовал, все там. Короче, Реф, кипер вышел. Из какой команды? Вратарь. И Милан хотел до конца сыграть, и ставит ногу, кипер. А тот в подкат раз. Ну, Костя один раз. Реф уже хотел свистнуть, в итоге... Кто опять? Прыгай не мой брат. Типа ты чё, охуёлся? Когда кипер встал, да? Посмотрите, пожалуйста, сзади его уже... Дальше есть! Там у меня прям драка была? Два раза уже Лёхе не отдал! Два раза, Жень! Типа толкали, да? Ну, второй раз... Откуда из какой команды? Милана, парень. Роганов или Кашаев? Ну, у них... Да, у них Роганов. Дима, есть. Короче, ну, он был отыгран и хотел просто придержать игрока. Ну. Схватил его за капюшон, тут в отмашку, хотел его уебать, но не помог. В итоге ему если там только принимать, значит. Да тут и так просто пошел. Что, Роган? А тот, который отмахнулся? Я не знаю, там... Они от обороны уходили, поэтому срыва дальше не было. Жень, ты на мяче, ну поспокойней. Ну и еще одна разговор еще у капитана Интер, да? Это уже как? После этого все? Ты же подсказываешь, спокойно. Он с бровки пиздел? Да, с бровки. На Рефа? Пиздел, да, на Рефа. Они знакомы, я так понимаю. Короче, когда первые две красные получили... 16! Бежай, хорош! Какой пьяный радость, если бы я наш вдруг! Дальше! Верни! Хорошая! Верни, блядь! Сядь, Дима, Они по-русски хорошо очень говорят, они, видимо, очень давно живут в России. Вот, там чисто греки. Хорошо, командор. Я
любая команда из соседней цели. Опускай, алло! Вот ты, ебанский ты мотороль! Отказ! Есть где в этом году играть? В серии Д. Нет, там ловить-то было нельзя, перекладывать. Там вот так переводить было. Давай, давай. Лёх, почему ты не подаёшь? Да не должен подавать, ты подаёшь, Лёха. Нихуя себе. Бля, жалко, завалился, да, чуть-чуть? А у тебя чего? Тебе отдаю. Один внизу, новый бикини. Здорово! Два мяча! Ну что, не быстро.
да, нас тогда Лево! Можно и на восьми он накосить. Ну, точнее, точнее!